посмотрим, здесь где-нибудь можно причалить. А если нет, то нам придется и на запад плыть. Туда наверх, там по-любому какой-то город должен быть. Кто-то где-то нам про него рассказывал. Здесь просто интересно справа, можно вообще туда попасть или нет. Так, в любом случае, сражаемся не просто так. Опыт, деньги. Недалеко можно. Куда-то пошел. Так, ну и все. Дошел. Так, черного мага очень плохо. Сходить здесь тоже, наверное, будет тупик. Нет, куда-то попали. Так, здесь у нас пока нет там корабля. Это либо какой-то второй корабль у нас будет, либо мы как-то этот транспортируем из внутреннего океана. Так, ну все, здесь у нас ничего нету. Дали побольше. Так, а здесь у нас что находится? Так, ну, куда мы не пойдем? Полечимся. Раз мы здесь рядом. Так, сколько у нас монет? 4300.
было. Поговорить с кем-то хотел. Так, все, плывем тогда налево. Там высаживаемся и изучаем территорию. Так, у нас сейчас посмотрим, здесь еще изинч, высадка. Нету. Хорошо, значит, только туда. Тоже слабенькие. Так, вниз посмотрим. Здесь, по-моему, тупик. Есть какой-то вход. Посмотрим. Гора Дуэргар. Дуэргар. Так, потом сюда вернемся. Так, гора Дуэргар. Сундуки, предметы. Так, здесь мы собрали все сундуки, собрали. В принципе, все собрали. Предметы, это, как я понимаю, вот эти, которые... Здесь нам противоядие предмет дали. Здесь нам дали корабль. Так, здесь не помню, что нам дали. Это ключ. Так, это у нас что, западная цитадель? Так, там мы получили... Это мы там тоже получили... Корону туда принесли и получили что-то взамен. Так, ладно. Нет, сначала выйдем. Сначала сходим на запад. Наверное, нет, мы здесь сейчас поговорим, нас отправят туда на запад. По-любому. С хрустальным оком и слепец прозреет. Поговаривает темный эльф Астас, стащил хрустальное око Матои. Так, нам, походу, надо было сначала сюда прийти, а потом уже туда идти. Мы полезли сразу туда, и там нам... Да, там и гилы было больше. Немножко не по уровню полезли. Лалихо. Сальтуху сделал. Почти сальтуху. Вы с кузнецом-то нашим уже балакали. Он там в кузнице. С хрустальным оком и слепец прозреет. Так, то же самое. Кто шумит? Да, это Нерик. Колет каменюки в глубине пещеры. Так, это кузнец. Землица гнить стала, началось с запада, ползет теперь во все стороны. Эх, вот бы мне того адамантита, о котором легенды рассказывают, какой бы я волшебный меч выковал. Понятно.
Я вам вот что скажу. Добротный браслет в бою ничуть не хуже, чем броня. Да вы сами проверьте. Кто шумит? То же самое. Поговаривают, в замковой сокровищнице был нитропорох. Все намеками. Я ищу левий камень. Говорят, он что угодно воздух поднимает. Поднимет. Так, по карте. Снизу осталось пройти. Хотя здесь, наверное, заперта дверь на ключ была бы. Поэтому хорошо, что мы там прошли. Палатка. Большой шлем. Так, я тут сразу смотрю, чтобы не забыть потом, что мы взяли, не взяли. Так, где наш большой шлем? Шлем, покрывающий всю голову. Защита 5. Защита 5. Для кого он? Или только для воина? А у нас плюс 3 давало. Защита 3. Так, ну обычный шлем тоже, по-моему, только для воина был. Да. Так, дальше. Убийца змеев. Эфир. Зелье. Так, ладно, убийца змеев. Нефриловая кольчуга. Сундук гиллы. Дом. Так, нефриловая кольчуга. Защита плюс 18. Так, ну, по-любому только воин. Воин красный маг. Так, ну по уклонению хорошо. Здесь у нас 18 идет. Здесь у нас 24-23. Так, ну уклонение, я думаю, нет, пускай будет меньше. Так, второй, что-то там со змеями. Убийца змеев. Атака 19, точность 15. Воин, вор, красный маг. Так, а у нас сейчас получается, здесь у нас 18-15, здесь то же самое. 18-15. Но по идее, вор у нас вообще больше атак наносит, поэтому лучше ему дать. Чтоб у него... Здесь урон-то на один больше. Все равно. У него и атак больше. Так, ну все, наверное, отсюда можно уходить. Чтоб его, проход перекрыл огромный булыжник. А осталось-то всего ничего, и канал готов. Будь у меня хоть чуток нитропороха, я бы эту глыбу в раз расколол. Ясно. Сейчас пойдем искать его. Уже 5 ударов. 2 удара, 2 удара. Так, а воин, он 3 удара. Так, снизу пройдем. Пройдем. Так, это интересно, куда нам туда идти? Здесь что-то будет. Здесь нигде входа никуда нет. Мы можем вернуться. Что-то их слишком много. Все, стаями, стаями нападают. Thank you.
здесь нам тоже, в принципе, делать нечего. Так, смотрим по карте, что у нас есть. Так, сундуки. 06. Вот надо еще в замок сходить. Там тоже, по-моему, было закрыто. Так, святилище хаоса, сундуки 6.13. Мне так интересно, почему. 6.13. Значит, там что-то еще есть. Либо потом будет. Так, и здесь у нас предметы 0.1. Нам что-то здесь должны дать. Так, попробуем, сходим сначала в замок. Там откроем сундуки. Не так далеко. Чего у вас так много? Попробуем использовать новую магию. Это уже не успели. Ладно, пускай бьет. Так, идем в замок. Надо все это обходить. Здесь нам не пройти. Так, вот они, 6 сундуков. Дом, сабля, мифриловый нож. Железные доспехи, палатка. И вы получили нитропорох. Отлично, то, что нам нужно было. Так, хорошо, что я посмотрел, где сколько сундуков. Иначе бы сейчас пришлось лезть куда-нибудь искать прохождение, куда идти дальше. Так, предметы, что у нас тут? Сабля. 13.5. Не надо. 10.15. Красный маг, вор, черный маг. У нас у того черного мага посох. Пусть будет посох. Так, мифриловая кольчуга не нужна. Так, ну и все. Так, хорошо, возвращаемся тогда. То есть, в принципе, получается, мы все-таки правильно шли. Сначала вниз налево туда, в эти пещеры. Потом уже сюда. Успеем пробовать магию, хотя может еще их оставить. Да, лучше оставим. Вся магия будет в наличии. Так, кому нужен был? Так, какой бы я... Эх, вот бы мне тогда адамантита того. Так, тебе адамантит. Надо вниз там отдать. Или ты здесь сидишь? Лалихо. И все. Я думал, тебе надо. Нитропорох. Один добрый взрыв, и канал готов. Я ваш должник, друзья.
А ну-ка. Уж теперь-то мы этот булыжник в щепки разнесем. Чего встали? Сейчас рванет. Бегом отсюда, коль жизнь дорога. Короче, мы сейчас можем здесь проплыть. Ясно. Аж не терпится увидеть, что там за каналом. Убежал. Куда ты убежал? Так, здесь ничего не используется. Так, а адамантита у нас нету, да? Нету. Ладно, потом принесем. Так, а ты что здесь? Ясно. Так, хорошо, возвращаемся обратно на корабль, проплываем дальше. Там, конечно, наверное, какие-нибудь монстры будут новые. Посложнее вот этих. Сначала сверху посмотрим. Так, нет, монстры пока те же самые. Это хорошо. Так, здесь ничего. Какой-то домик, причал. Так, а вот на тебе мы сейчас испробуем другое. Буран 106. 100 урона. Хорошо. Так, ладно, пока не будем причаливать. Сейчас посмотрим, есть еще все. Все, что тут есть. Пора бы сохраниться. Так, ну мы можем прям все оплыть. Это, наверное, слишком далеко будет. Нам пока так не надо.
отчетов монстров, это слишком долго. Слишком много времени займет. Поэтому так чуть-чуть краем глаза. Наверное, пока что сходим в первую эту деревню, которая нам повиделась. Более так, в личку, это у нас еще вход. Это может просто подземелье какое-нибудь. Туда нужно только по вот этой тропе.